Ну, я считаю, дерби получилось интересным. Первый тайм более на встречных курсах, так команды атаковали и оборонялись. Второй уже по счету мы начали играть. Команда «Лада» понравилась? Да, очень понравилось. Там есть хорошие пацаны, контроль мяча хороший. Интересная игра, хорошая получилась. То есть получается, что два равных тайма за «Лохром» — это из-за того, что играли на удержание счета? Нет, я не считаю, что удержание. Просто мы играли по тому, как играет соперник. То есть в этом матче есть и пост соперника? Да. Я очень доволен своей командой, потому что молодцы, ребят. Хорошая игра, я думаю, понравилась зрителям. Нам только результат не понравился. А так, я думаю, молодцы, ребята. Инициативы владели, да, чуть-чуть не в завершении, но будем работать, команда молодая. Такой вопрос. А это была установка перед матчем с позиции силы, да, с лицензированным чемпионатом? Да почему и нет? Мы не можем же всю жизнь в обороне играть. Поэтому и они хотели обыграть, и я хотел, и весь тренерский, чтобы все хотели, поэтому почему нет? Можно из позиции сил. А что с Евгением? Ну, пока еще точно неизвестно. Но там серьезное у него. Это было видно в перерыве. Так что, ну так, это спорт профессиональный, поэтому хотелось бы пожелать Акрону, чтобы они фейерплей знали, что это такое.